не сразу. Вот все это, если запихать в диск, то получится полноценная автономная модель. Здесь мы рассмотрим, идет качер и коробка с ТДКСником высоковольтная, и тут отдельно идет питание на каждое, на качер отдельно, на ТДКС отдельно, поэтому приходится иногда снимать клемму с аккумулятора, чтобы отключить ТДКС-ку. Во времена сильного перемагничивания происходит завал параметров, и тарелка падает, как у меня было в самом первом моем видео, потому что я не учел этого момента, что намагниченность дисков, она на определенном моменте дает сбой параметров, и поэтому время от времени приходится отключать ее. Второй момент, который у меня просили, это помахать палкой, да, сверху, вокруг обойти и прочее. Но саму посадку и момент я буду снимать в несколько этапов. Взлет получится очень долгий, но не смогу поймать его, потому что мне приходится долго навозиться с настройками, приходится где-то тут, знаете, полчаса или минут 40 так где-то возиться, настраивать параметры, и получится немножко затянуто. А вот саму посадку ее просто отключить с блоков, и все, сразу идет завал параметров, и схема начинает уже работать не так, как надо, и диск падает. Ну, он шлепнется с большой высоты, придется пожертвовать схемой. Сама она, как видите, у меня не очень-то надежна. Удалось мне достать вот этот металл, единственное, что, который дает вот этот левитирующий эффект. Как обратите внимание, у него структура, как у подкрылки жуков, да? И при вращении он создает такой вот резонанс поля, который создает этот эффект раздвигания эфира. Если еще раз тут YouTube удалит, я сохраню видео, перезалью, если кто-то будет жаловаться. Что интересно, что мне даже стали угрожать даже пользователи. Я вот, честно говоря, сам удивился. Мои подписчики, которые некоторые, стали мне угрожать. Посмотрим, что из этого будет. Итак, я пошел настраивать диски. И второй эксперимент по левитации диска начинается. Ну вот, запустился. Сделал я некоторые настройки. Сейчас она на таком расстоянии пока будет. Дальше провода не пускает. Сейчас вы видите, я покажу вам кое-что. Смотрите внимательно. Диски идут. Видите, три провода идет. Высоковольтные, от качера и питание дисков. Сейчас вам покажу, что там ничего нету. А сейчас попробую немножко перенастроить, чтобы повыше поднять. Минутку, придется повозиться. Ну вот, взлет у меня в полном объеме не получился заснять, но посадку сейчас увидите. Для этого достаточно отключить ТДКСник. Клемму с аккумулятора снимаем. Здесь он питает, здесь вот три разных питания. Отдельно на качер, отдельно на вон те диски, которые вращаются. А вот этот аккумулятор питает только ТДКС-ку. Снимаем клемму. Сейчас диски размагнитятся. На какой-то секунде они упадут. В прошлом видео, первый мой полет, когда я использовал, она не упала. Сейчас я вам... Вы видите, более подробно. Сейчас на какого-то срыв будет.
Все, долбанулось. Не знаю, повредился он или нет. Но только чисто из-за пожелания подписчиков. Хотели посадку. Взлет не получился, но... Ой, ничего, вроде не сильно не пострадал. Ну ладно. Ну что, маленькая, но победа. Осталось только решить проблему стабилизации полета и горизонтальный полет. И все. И можно... И можно уже будет летать. Ну, если к тому времени меня YouTube не грохнет, не YouTube, а сильный мир всего. Ну вот, если удастся все это разместить сюда, то значит можно уже делать пилатес. Вот здесь этот диск, здесь нужно разместить и здесь, посередине кресла пилота. Если такие три, я еще посмотрю, как проходят границы, если они совмещаются и друг друга не нейтрализуют, то может значит уже делать полноценный корабль. Вот, друзья, если вам понравилось видео, поддержите, пожалуйста, канал. Пересмотрите мои ролики, кликните на рекламу. Это вам ничего не будет стоить, но вы сами не представляете, как вы мне всему поможете. Я насобираю деньги, я сделаю более такой аппарат, который может поднять человека. А на сегодня...